Это самое вкусное производство. Здесь делают шоколад. Предприятие молодое, на рынке труда всего 8 лет, но перспективное. Представители муниципального учреждения «Малый бизнес» и депутат Глеб Демченко встретились с трудовым коллективом, чтобы обсудить перспективы и дальнейшее развитие шоколадного производства. Знаком не понаслышке с продукцией этого торгового дома. Прекрасный шоколад, отличный эклер. Предприятие работает и на экспорт. Совместно мы обсудили на митинге возможные пути решения задач, которые стоят на этом предприятии. Производство шоколада – это семейный бизнес. Как рассказывает Ирина Иващенко, директор предприятия, начинали с небольшой площади и маленьких объемов. Сейчас вышли на более высокие мощности производства. И сегодня эта шоколадная продукция идет не только на российские рынки, но и за рубеж. Уже активно сотрудничают с Казахстаном, Узбекистаном, Монголией, Арменией. Мы хотим соответствовать всем нормам. Для этого нам необходимы дополнительные мощности. Несколько раз мы получали субсидии, в первую очередь, на оборудование и на выставки. Для нас это очень важное субсидирование, потому что оборудование, которое мы приобретаем, это зарубежное оборудование, и оно очень дорогостоящее. Также в связи с тем, что мы практически удваиваем наши мощности каждый год, нам требуется пополнение оборудования, и износ действующего очень высок. Предприятие активно развивается, увеличивается и штат сотрудников. Поэтому сейчас остро стоит вопрос, связанный с расширением площади. Представители муниципального учреждения «Малый бизнес» взяли на контроль все вопросы и готовы помогать с дальнейшим развитием производства. Юлия Самошна, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.